Как купить недвижимость во Флориде, даже если вы не знаете, с чего начать? Все знают, что покупка недвижимости – дело серьезное, но многие не знают, как к этому правильно подойти. Меня зовут Анна. Я ассистент Ольги, специалиста по покупке и продаже недвижимости в Южной Флориде. Сегодня я вкратце расскажу, как купить недвижимость в нашем солнечном штате. Если вы планируете брать ипотеку, то в первую очередь вам нужно обязательно проконсультироваться с ипотечным агентом. Он определит, какую сумму банк может одолжить вам на покупку недвижимости, учитывая ваш заработок, кредитную историю, наличие долгов и так далее. Если вы еще не прошли через этот этап, я могу организовать вам консультацию с опытным ипотечным агентом и специалистом по нашему рынку. Определив ваш бюджет, вы можете с уверенностью начать поиск. Хочу напомнить, что наши услуги совершенно бесплатны для покупателей. Вам нужно будет встретиться с Ольгой или позвонить ей по телефону 718-354-7604, и мы приступим к работе. Ольга внимательно рассмотрит ваш запрос, сориентирует вас о ситуации на нашем рынке и ответит на все ваши вопросы. Когда мы получим четкое представление о том, какой тип недвижимости соответствует вашему запросу, мы подберем для вас наилучшие варианты. Мы будем рады показать их вам в удобное для вас время или отправить вам подробное видео. Как только мы найдем дом или квартиру, которую вы хотите приобрести, мы, не теряя времени, отправим продавцу ваше предложение и доказательства наличия денег для покупки. Для того, чтобы правильно оценить стоимость объекта, Ольга представит вам всю статистику, связанную с продажами в этом районе, зданий и так далее. Она применит свой многолетний опыт ведения переговоров, чтобы помочь вам обеспечить самую низкую цену и самые выгодные условия для вашей сделки. Мы также можем связать вас с опытным адвокатом по недвижимости, который поможет решить любые юридические вопросы. Заключительный этап сделки занимает от нескольких недель, если вы покупаете за наличные, и до 2 месяцев, если вам нужна ипотека, и также зависит от типа недвижимости, которую вы покупаете. На этом этапе рекомендуется сделать следующее. Инспекция. Профессиональный инспектор проверит дом или квартиру, которую вы хотите купить, и предоставит вам подробный рапорт о ее состоянии. Если вы не будете удовлетворены состоянием объекта, то у вас будет возможность без потерь выйти из сделки или попытаться сбить цену. Банковская оценка. В случае, когда вы берете ипотеку, представитель банка делает оценку стоимости вашего объекта и определяет сумму займа. Юридическая работа. Ваш адвокат проверит, что на объекте нет долгов и что никто на него не претендует, и свяжется с юридическими представителями продавца, чтобы подготовиться к закрытию сделки. Многие не знают, что вам не нужно физически присутствовать на любом из этих этапов. Ольга поможет вам все скоординировать, ну а все документы вы сможете подписать электронно. Как только продавец получит деньги на свой счет, вы получите ключи от вашего нового дома или квартиры. Конечно, на каждом этапе сделки есть свои нюансы и многое зависит от вашей индивидуальной ситуации, но в целом вышеупомянутый процесс даст вам общее представление о том, как приобрести недвижимость во Флориде. Ольга всегда готова ответить на любые дополнительные вопросы. Большое спасибо, что вы досмотрели это видео. Как только вы будете готовы, Ольга с удовольствием поможет вам найти и выгодно купить замечательный дом или квартиру в нашем солнечном штате. Спасибо, всего доброго!